Да. Задница. По-другому и не скажешь. Всем салют. Вы, как всегда, на канале «Семья на чемоданах». Мы путешествуем на машине по Армении. И путешествие на машине не всегда идет так, как хотелось бы. В прошлом выпуске мы поехали на юг Армении и планировали доехать прямо до границ с Ираном. Но у нас не получилось, потому что в машине, в двигателе, там где-то в двигателе что-то застучало. Я как водитель, конечно, наложил штаны. И приняли решение очень быстро, но очень медленно при этом, ехать в сторону Еревана. Именно там хоть какие-то были сервисы, все очень непросто оказалось. Сегодня вам подробно расскажу. И этот выпуск будет направлен на то, что не нужно бояться путешествовать, не нужно бояться того, что машина может подвести. Это машина. В связи с этим мы заселились в квартиру. Тоже ее увидите. Еще, конечно, это событие мы отметим в рестике в одном, тоже посмотрите, очень классный. Давно мечтали. И, конечно же, мы погуляем по Еревану. Ребятки, от вас огромнейшая поддержка. Лайки, комментарии, подписочки, репостики. Погнали чинить тачку, смотреть Ереван и заселяться. В путешествие, конечно, не без приключений. У нас по ходу подъехал ролик ремня ГРМ. Начался звук еще позавчера, я заметил. Мы катались в городе и вот сейчас думали продолжить путь. И я понял, что не нафиг, заехал к мотористу. И они послушали, потрогали, говорит, ролик. Вот, соответственно, надо менять ролики, ремень ГРМ, ремень генератора сразу лезем. По сути-то помпу тоже надо поменять. Осталось, сейчас мне тут ребята дали номер телефона запчастей, сейчас посмотрим, по наличию узнаем. По работе тоже вот узнал, у чувака у одного заехал, он говорит, да, могу сделать. По цене он тоже что-то 1030, он говорит, примерно будет драм стоит работа, а по запчастям сейчас будем узнавать. Конечно, неприятность. Пока я решаю здесь все запчастями, по ценам все узнаю, Настенка вот пошла, покупает нам булочки, потому что обеда сейчас не получится, где-то вставать, готовить тоже не вариант. И вообще, скорее всего, будем ночевать вот тут вот в городе, возле сервиса, чтобы лишний раз не дергать машину и не влипнуть уже на двигатель. Потому что если вдруг порвется ролик, слетит ремень, разорвется ремень, все, это трындец. Ребята, которые катаются на машине, сейчас меня явно поймут, это будет жестко. Наш сегодняшний обед выглядит так. Пироги. А еще купили вот такую-то крошку. Вот такая вкусняшка. Да, в бутылках прям. Продается ее просто. Пьешь. Там огурцы соленые. Наведено. И кефир. Ну, супер. До сих пор ждем информацию по запчастям. Но в любом случае там нашли одного моториста, который... Двух, точнее, мотористов, которые занимаются в Ереване дизельными движками. Единственное, что не могу им позвонить, потому что у одного умер сын. А второй моторист — это его друг. Ну, то есть я позвонил туда им работникам, они одно и то же говорят, что одного умер сын, другой поехал к другу, у которого умер сын. Вот, поэтому беспокоить сейчас их, конечно, не буду. Попозже будем набирать уже. Но перед этим заехали сейчас, помоем машину, потому что она очень грязная. И заезжать в сервис я всегда привык на чистых машинах. Здесь, кстати, еще истребители постоянно летают. Не знаю зачем. Кстати, вот есть электростанция, заряжать электротачки. Еще нужно здесь разобраться, как мыть, как вообще это переводится. Давай, сынок, что? Только не деревяшкой, просто щеточкой. Давай, ты что, зря рожал, что ли? А я. О, молодцы. А я что буду делать? Ой, ладно, помоем завтра, починим и будем в путь. Что вы знаете про ванлайф? О, душ! Да, покажи, как папе задницу помыли. Вот так вот. Прямо через папу. Жесть. Папа помыл. Ну, все, хорош, Родик, все. Едем по Еревану первые километры. Это почти мы к центру подъезжаем. Здесь одни автосервисы просто, куда ни посмотри, но тех, кто берется за дизельные двигателя, их вообще, их нету. Поэтому мы продолжаем двигаться на машине и не знаем, куда нам отдать машину, чтобы нам это все починили. Грустно.
На наших стримах мы очень много обсуждали, куда дальше мы поедем после Армении, какой будет новый сезон, куда вы хотите, и вы, многие, предлагали нам различные варианты следующего сезона. И вы знаете, не так много на данном этапе зажигает стран. У нас есть фаворит. Конечно, это Азия. Потому что нам не нужно покупать много одежды, мы туда можем отправиться налегке, как говорится, в том, что есть, и тем самым мы можем конкретно сэкономить. Мы много разговаривали про то, что если ехать куда-то в холодную страну, либо остаться здесь, нам нужно купить всей семье осенний комплект, зимний комплект и еще и весенний комплект, что, конечно, делать не хочется. И мы решили для себя, что мы поедем в Азию. Мы поедем туда 100%, а вот куда мы поедем, решаете, друзья, вы. Там в описании я оставляю ссылку, где вы можете проголосовать, принять участие в голосовании и выбрать, куда нас отправить. Мы для себя выбрали 3 фаворита, куда бы мы хотели бы поехать, и эти 3 страны нас очень сильно зажигают. Первое – это Китай, второе – это Таиланд, и третье – Филиппины. Переходите по ссылке, выбираете сумму, которую хотите отправить и какой суммой нас хотите поддержать, пишите приятное сообщение и выбираете страну, куда мы едем. И нажимаете «Отправить». И все, вы автоматически становитесь участником и принимаете активную поддержку для того, чтобы отправить нас, ну, вы сами решите, куда нас отправить. Если вам ссылками пользоваться неудобно, то также на экране и в описании вы видите QR-код и номер карты. Отправляя донат на номер карты, пожалуйста, пишите в сообщениях, какую страну вы выбираете. Новый сезон «Зимуем в Азии», правда вопрос в какой стране, он уже не за горами. Скорее переходите по ссылочке, голосуйте. Эх, ждет нас конкретный контент, друзья. Сходили мы, посмотрели квартиру. Ну, что и требовалось ожидать, но в плане Еревана очень хочется просто протестить хату и показать, что здесь сдают за бешеные деньги, я считаю, потому что наш вариант обойдется в $50 в сутки. Я считаю, что за $50 должна быть квартира хорошая. Ну, по крайней мере, блин, мы даже за 30, когда снимали, квартиры уже хорошие. Здесь за 50 баксов это просто хоть стой, хоть падай. Зашли еще в магазин, тоже на 12-360 драм понакупали, непонятно ничего чего. Ничего не купили на завтрак и на ужин. Да, на завтрак и на ужин. И да, то ужин чисто так, супчик с мясом сварить, салатик сделать, ничего особенного, да? В квартире, конечно, подкупила, это как бы считается дом вообще, сейчас мы покажем, короче. Подкупила, естественно, то, что это статус суперхозяин. И то, что все позитивные вообще отзывы, квартира недалеко находится от центра, ну и рядом прям ближайшая вся есть инфраструктура. Собственно, даже вот огромный супермаркет, все есть. Район вот такой вот, смотрите, там вот на возвышенности Ереван. Вон, видите, такие. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Ну так вот мы будем оставлять машину на ночь. И там вот у нас будет дворик. Пойдемте покажу. Вот так вот. 50 баксов. Не-не-не, это. Там дальше у нас будет хромы наши. 50 баксов. Вы думаете об этом, ребята? 50 баксов. 50. Собственный двор. Пол квадрата. Пойдемте в наши хоромы. Вот так вот, видите, 18 кабинет, Варданян ЛВ. Прикольно. Ребята, помните всегда, в голове держите цифру $50. Я уже зашел, я уже тут, и пока мы не разложились, я вам показываю эту жилплощадь. Это я. Короче, смотрите, сразу заходишь, туда вход, это вход в ванную комнату, пойдемте покажу, здесь никого. Опять ты попалась, уже пометила свою жилплощадь. Короче, здесь душевая. Что, течет унитаз, что ли? Ага. О, прикольно. Вот у нас унитаз течет, есть стиральная машинка. Так, холодильник. О, еда. Даже есть еда. Это прошлые жильцы остались. Они только оставили, они только съехали. Раковина, панорамное остекление. Все, как мы любим. Сушилка для посуды. Газовая плитка. Блин, конечно. Ну, короче, здесь есть посуда, все это дело, стол, утюг. О, Мирошка уже все сел. Здесь комната. Так, свет лютый.
огромнейшая просто плазма. Это диван, который раскладывается. Ребята, в голове держите $50, не забывайте про это. Есть, кстати, Wi-Fi, это хорошо, сейчас надо проверить скорость. Родик, включи, пожалуйста, мультики и заходим в комнату. Пацаны сказали, это будет наша комната. Ну, как бы, не вопрос, уже заправленная. Вот, видите, все, как любят Gucci. Белоснежный постельный белье. Да, тут здесь, вот здесь тоже панорамное остекление. И... шкаф. Хотел сказать шкаф-купе, потом понял, что это не купе. Какой шкаф может стоять в квартире за $50, ребята? Только раритетный. Короче, вот так вот. Такая вот квартира. И серьезно, на самом деле и смех, и плакать хочется. Смешно, потому что куда бы ты ни заехал, за $50 у тебя будет примерно вот такое вот. Здесь единственное, говорю, да, здесь все чистенько, здесь круто убираются, здесь вот в этом плане хорошо. И главное, чтобы было чисто, вот на самом деле, поверьте. За $100 в сутки, если будете снимать, то да, конечно, варианты найдутся неплохие. Но опять-таки, $100 мы не готовы платить за жилье, и у нас вынужденная остановка в квартире. Почему? Потому что у нас тачка, и ехать куда-то искать жилье, выбирать, нет вообще смысла. Мы нашли самое ближайшее, и вот его арендовали. Но это рейтинг самых дешевых, так сказать, за полтинник. Просто мы сравнивали, был вообще утопия просто. И вот этот вариант был единственный со статусом суперхозяином, так сказать, в центре. И, ну... О, и с библиотекой. Видите, здесь вот есть библиотека, не знаю какого века. Такая, короче, ребятки, квартира. Здесь мы на две ночи, надо решить сначала с машиной вопрос. Хозяйка. Своих оставляю дома. День второй, продолжение. Вчера здесь собралась большая-большая делегация. Ну, у хозяина спросили мы, есть ли вариант, контакты какие-то. В общем, вышли мы опять все равно на дизелиста, который единственный в городе, но там на следующей неделе. Здесь собрались ребята и определили меня, короче, в сервис на сегодня на 11. Поэтому я проснулся, позавтракал, еду туда, посмотрим, что там скажут. Ну, не зря подняли вчера суету, потому что приехали, меня сразу прям встретил на подъезде хозяин этого сервиса, познакомились, посмотрели ремень ГРМ с роликами, со всеми, 72 тысячи драм заказали, через минут 20 должны привезти, и через час будут загонять машину. Это хорошо, что берутся прям. Покажу свои очереди. Лимонадик холодный пью. В Ереване ад. 35, наверное, или 36. А может быть, сейчас и больше. Хрен его знает. Жарко, жарко очень. Обожаю свою жизнь за то, что она просто у меня есть. А второе, это, конечно, то, что я доверяю своей жизни, и она меня вообще не подводит. Но вот представьте, вот как вот нужно было оказаться в Ереване, снять квартиру в том месте, где тебе помогут найти контакт автосервиса. Приехав в этот автосервис, и во всем Ереване на складе остался только единственный этот ремень ГРМ с этими роликами. Прикиньте, как это вообще возможно, я реально не понимаю. То, что любите свою жизнь так же сильно, как люблю свою жизнь я. Вот пока сижу, жду, меня очень смущает высота ворот и мой бокс на крыше. У меня такое ощущение, что мы не пройдем и попросят снимать. Парам-парам-паум. Бам! Бошевский ремешок. Новенький. Made in Germany. Все как надо. Прикинь, сейчас посмотрим, что внутри. Опа. 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 Сам ремень. Ну ролики, болты. Прикольно. Нужно написать будет, когда меняли, и дату обязательно. Конечно, круто, что у ребят здесь прям сразу же есть автозапчасти, большой собственный склад. А чего нет наличия, они сразу же заказывают, как мне вот ролик сразу же и привезли. Это очень здорово. Машину загнали. Сейчас будем разбирать, смотреть.
сам сервис, конечно, клевый, чистенький, все в форме ходят. Короче, все как я люблю, как в клубных. Ну. Короче, такая но история. Здесь, но здесь площадь большая, он на несколько зубов цеплется, а там маленькая, ведь коленвал. Ай-яй-яй. Я не представляю, как он крутился вообще. Да. У нас обеденный перерыв, я через 15 минут включу. Хорошо, спасибо большое. Короче, мастер вот говорит, я полный везунчик. Здесь просто нету вообще зубьев на ремне. Вот отсюда до сюда вообще нету. И как мы не попали сейчас на двигатель, это какое-то чудо. Сейчас собрались все вообще в сервисе, подошли, посмотрели. Он говорит, какое-то чудо. Ты, говорит, такой счастливый человек. Это просто невероятно вообще. Он говорит, как же тебе повезло это. Это невозможно, чтобы машина работала без зубьев и ехала, и ничего с ней не случилось. Кто-то меня конкретно охраняет. Аж комок в горле. Сейчас буду снимать колесо. Вообще мог крутиться. Он уже там стало стоит. Вот подхватывает, вот она подхватывает. Напоследок уже подхватывает зуб. Ай-яй-яй. Так, сейчас опускаем. Сейчас будут уже сверху все снимать. Блин, конечно. Это максимальный прикол. Просто чудо-юдо. Кстати, еще перед тем, как загнать машину, я посмотрел видео, как меняется ремень ГРМ здесь. И вот сейчас хожу, смотрю, как меняет мастер. Четко. Вот прям четко по видосу, который я смотрел. И это классно. Короче, все сняли, все живое, но все равно ставим новое. А ремень уже все. Шума даже нет. Вот смотри, как крутится. В идеальном состоянии. Да. Собираем уже обратно все новое. А ремень нам не дает покоя. Но это вот, видимо, из-за того, что машина долго простояла на таможне. Вот такое вот дерьмо и случилось. Жесть, конечно. Новенькие ролики, новый ремешок. Помпу менять не стали, потому что все в очень хорошем состоянии. О, первый запуск. И сразу норм. Так. Так, парни еще там решают. Выставляли метки на коленвалу. Почему-то метка ушла, но он говорит, когда ремень потрепанный, что метка может уйти. Но сейчас был первый запуск, завелась вот так вот. Работает ровно движок, как часы. Поэтому я думаю, что сейчас будет все норм. Начинает уже собирать. Сервис называется Автосан, ребятки. Записывайте обязательно. Контакт, конечно, сохраните у себя, не дай бог, вот так с вами что-то произойдет, точнее, с машиной, да? Вы теперь знаете в Ереване, куда обращаться, протестировано. Огромное спасибо вообще всем ребятам, кто поучаствовал в этом вопросе. И, кстати, еще свои брендированные машины, есть доставка запчастей. Прям крутяк, молодцы вообще. То, куда вчера я заезжал, в какие сервисы, это, конечно, небо и земля. И правильно мне вчера мужики во дворе сказали о том, что... Говорит, мы сейчас себя отправим просто в лучший сервис, не просто гаражные вот эти вот самодельные, а действительно классный. Здесь все на заказ наряды дают, гарантию дают, можешь поучаствовать, все чисто, аккуратно, ребята в форме. Ну, супер, чувствуется уже совершенно другой уровень. Все, финишная прямая, моторист уже ставит защиту. Сейчас будет устанавливать защиту, ставить колесо и будем пробовать ехать. Опускают. Все, сейчас будут ставить колесо. Колесо поставили, сейчас будут ставить воздушный фильтр. Вот на место турбинку подключать и так далее и тому подобное. Ну и, собственно, почти все. Надеюсь, сейчас заведем и поедем. Все собрали. Пробуем. Ну, все четко. Первые метры на новом ремне. Ну, ребятки, вы даже не представляете, насколько я рад, что все обошлось, что действительно, ну, как они сказали, говорит, ты просто конкретный счастливчик. Вообще, спасибо мужикам, которые собрались вчера во дворе, хозяину квартиры,
который поднял всю эту суету, собрал всех мужиков и начали искать через знакомого. Нашли хозяина этого сервиса, и меня прям сегодня приняли, потому что еще бы я... Ну, я не знаю, можно было завести, и все, и машина бы встала колом, и мы бы попали бы просто на двигатель, а это уже, ну, сами понимаете, да, совершенно другие расходы, это совершенно... Ну, это был бы вообще трэш. У меня даже в голове не укладывается, что было бы, если бы был бы попадос на движок. Конечно, в знак благодарности хочется порекомендовать этот сервис, потому что, ну, я уже говорил ранее, все, что мы объехали на днях, это, ну, со слезами машину туда только загонять, потому что это гаражные сервисы, ничего клубного, и из раздела, ну, давай я попробую, да, как мне вот паренек сказал, спасибо ему, конечно, огромное, что он согласился вообще взяться, но слова такие, что, типа, я попробую, давай, тоже, ну, сами понимаете, да, особенно кто ездит на машинах. Автосервис называется «Автосан», делают разные машины, блин, можете смело загонять, классные ребята, вообще открытые, предлагали и мороженое, и воду предлагали, и открытые вообще к общению, клево. Контакты я оставлю там в описании, записывайте их номер, чтобы, если вдруг у вас что-то случится, чтобы вы всегда могли знать теперь, куда обратиться, нами проверено. Ремень обошелся мне в 72 тысячи драм. Работа 40 тысяч драм. Естественно, я попросил у них все заказ наряды, на все машины я всегда все собираю. Вот, такую папочку, что когда менялось, и чтобы ничего не забывать, и если вдруг мы надумаем когда-то передавать эту машину в новые руки, то у нового владельца будет папка, что когда делалось. Мне кажется, это очень важно. Мы так покупали Мерс, и я от этой темы очень кайфанул. И осталось еще сейчас под капот приклеить вот эту вот наклеечку, где надо указать пробег и дату, когда мы меняли. Все, поеду домой, голодный трындец. Здравствуйте. С кем болтаешь? Это кто? Привет! Папа, я хочу. Ну, Родик. Хорош. Так, быстренько сейчас сюда пишем, сюда и клеим. Опа. Все. Вот теперь точно все готово. Такую удачу, такое событие. Мы решили, что нужно обязательно отметить в каком-то рестике. Съездить в центр Еревана и поесть. Выбрали мы ресторан суши-роллы. 100 лет не ели роллы суши, поэтому отправляемся в путь. О, господи, на себя немножко надавить надо. Не, она сейчас прям тугая. Ты над вами пошутил. Блин, я и то думаю, что за фигня. Вот такие у нас дети называются. Стука, слава богу, нету. Двигаемся, у нас здесь так очень узко, ну, райончик я вам показывал. Ух, но вот опять-таки бубнил, расстраивался с этой квартирой, а в итоге вот если бы не эта квартира, вряд ли бы мне бы сегодня что-то починили, и вообще можно было бы попасть колоссально на другие бабки. Так что вот все, что не делается, точно все к лучшему, хоть мы иногда и расстраиваемся, ну и нужно всегда благодарить свою жизнь. Кто соскучился по белорусским продуктам, пожалуйста, гастроном Минск. Продукты из Белоруссии. Здесь прям в центре ты чувствуешь, что ты находишься в центре столицы. Да, инфраструктура там туда-сюда. Эти, как они называются, парковки, хрен припаркуешься, нам опять везет. Мы только подъезжаем, машина отъезжает, и мы очень круто встали. Причем не тесно, да, правда, не знаем, платная, не платная парковка. Вообще было бы идеально в мире, знаете, приехал, в страну заехал, тебя где-то там зарегистрировали, чик-парканулся с карты, просто автоматически деньги списали, чтобы... Не париться. Какой тонированный ресторанчик. Ну, пойдемте посмотрим. Давай, Роджин, открывай дверь, залетай. Сейчас будем объедаться от себя, правильно? Давай. Погнали. Ну, Стен, ты должна все съесть. Все, что здесь. Все. Будет здесь очень красивый ресторан. Прям вот очень клевый. Погнали. Суп мисо 2700. Так, том ямчик 2200. Это сколько?
получается 400-500 рублей. Не, я хочу мисо-суп. Ну прикольно. Надо 100% брать эти сеты какие-нибудь. Ладно, мы сейчас посмотрим. Ну вот прям клевое меню. Все есть. И дизайн заведения прям вообще. Прикольно. Короче, мы скучали по такому давно, да. Даже вот ни в Грузии, да, не находили, ни в Турции, ни на Шри-Ланке даже. Да. Не было таких классных заведений. Да. Вот Армения, ну, радует едой. Да, вот едой. Сейчас посмотрим, сейчас нам все принесут, попробуем. Даже на Шри-Ланке мы там ходили как-то в японский ресторан, но это какая-то, ну, шляпа, Колумба. Короче, была. Вот, посмотрим, как здесь. Нам принесли напитки прекрасные, детям коктейли. Только не коктейли, а лимонады. Ну, лимонады клубничные. Только там было, да, красиво, так уже все съели. Да, уже не успели. Сейчас третий принесут. Кушай. И принесли лапшичку. Наконец-то, Слав, наконец-то. Обед. Ага. Я не ел сегодня целый день, да, короче, прикиньте. Мы все съели дома, пока Слава машину ремонтировал. И ему пришлось нас звать в ресторан. Представляете, какой лайфхак? Фунчоза с овощами. Здесь грибы, морковка, перчики. Короче, мне приятного аппетита. Тёмку сейчас принесут коктейль, я тебя сфоткаю. Ну, это невероятно. Вот кайф, когда ты путешествуешь, ты потом отвыкаешь от этого, а тебе это так вкусно. Это я не могу передать словами. Да. Стёмки, вон, как это, мисо, да, принесли? Мисо-суп? Мисо с лососем. С лососем. Ой, Мироша все хочет, все съесть. Рыбка вкусная. Давай. Не полезу. Какая сейчас будет крутая подача, вы себе не представляете. Блин, Мироша. Смотри, Мироша, какая красота. Вот это вот сейчас. О, да. Смотри, сколько роллов. Ну вот, а вы и думали. Зачем я вообще еще... Так, Родион, подожми, пожалуйста, свой стакан, вот. Вот это да. Давай, Мироша, налетай. Вот. Подождите. Это что? Вот это круто, спасибо. Спасибо. А для чего он нам? Сухой лед? Сухой лед, ага. Красиво, вау. Это подача такая шикарная. Блин, нифига себе, как круто. Вау, у нас что не было. Вау, Мироша, смотри, как Мироша, круто. Ты видел? Вот это да. Смотри, какая штука, Мироша. С рыбой здесь, с огурцом. Нет? Да, в общем, парни, это имбирь, Мироша, ты не будешь, Анна? На, вот твоя, с огурчиком. Ой, вообще, вот это мы заказали. Как всегда, короче, объедимся, как не знаю кто. Мы вот снова набрали, короче. Мы больше не можем. И больше не сможем это съесть. Это придется забирать. Кому отправить? С собой. Вот правильно говорит Артем. Кому отправить? Может, кому-то надо? Ой, клево. Заведение классное. И стильное, и вкусное. И ценники, ну так. Сейчас посмотрим, кстати, сколько выйдет. Мы, наверное, ровно половину еды забираем с собой. А сейчас еще будем пробовать, пройдет ли здесь зиратовская карточка. Чеки, да, и дают на армянском, поэтому ничего особо не понятно. Но смысл в том, что 25-450. Это, по-моему, самый большой насчет в Армении, да, за еду. Но зато было очень вкусно, да. Короче, поели мы в рублях на 6 тысяч. 6 тысяч рублей. Мы вообще так не ели, только на день рождения будет. Это чуть меньше 100 баксов. 80 с копейками. Прикинь. Офигеть можно. Офигеть. Ну, здесь включены чаевые, еще мы сверху дополнительно еще положили. Так что мы красавчики. Ну ладно, все. Это очень вкусно. Ну а теперь немного погуляем по Еревану. Все дружненько. Что-нибудь посмотрим. Здесь, кстати, еще есть наша любимая Додо пицца, но почему-то на карте она отмечена, как будто сейчас не работает, работает только на доставку и доставляет не во все районы. Вот где мы живем, туда они не доставляют. Но сам факт, что есть, и я вообще вижу, что даже можно посидеть, стоят столы. Пошлите, пошлите. Осторожно, осторожно, Роди. Сейчас дойдем пешочком до площади Республики, пройдемся по блошиному рынку и поедем на машине, доедем до скейт-парка. Оказывается, возле нашего дома недалеко есть скейт-парк, поэтому возьмем все самокатики, скейтики и отправимся на покатушки. Ну, Ереван, конечно, впечатляет вообще. Вот прям очень своей архитектурой. Здесь очень приятно гулять. Вот прям не могу передать. Гуляли во многих городах, там вот идем, Настенка говорит,
гораздо приятнее, чем в Стамбуле. Я говорю, 100% вообще, 100%. Класс. Когда мы поехали в Ереван, мы даже не знали, что здесь есть метро, и прям накануне, осторожно, самокат. Накануне прям узнали, что вот, пожалуйста, есть метро. Обязательно как-нибудь в выпусках прокатимся, посмотрим, какое оно изнутри. Здесь, по-моему, только одна ветка. Кстати, еще в Ереване очень хорошо развиты всякие вот эти прокаты самокатов, велосипедов, что тоже очень здорово. Да, конечно, не все одобряют всю эту тему, но просто надо скорость ограничивать, да. Это мы попали в сквер Хачкаров, там стоит памятник, а дальше уже начинается блошиный рынок. И очень интересно же, что он из себя представляет. Крестные камни, 12-13 век, ничего себе. Да. Ну и перед нами вот, пожалуйста, блошиный рынок, либо называется еще вернисаж. Видимо, здесь можно купить абсолютно все. Кстати, здесь вот на этой сквере на площади туры всякие предлагают. Мирошка, стой! Мне кажется, мы немножечко поздновато сюда приехали, потому что вот, ну, многие уже палатки, они закрыты. Всякие, видите, здесь хандмеи продаются, ручной работы. Шахматы, нарды. Клево. Вон всякие сувениры, ложечки, серебро. Нам очень нравятся вот такие футболки в армянском стиле. Вот армянская девушка, прям клевенькие. Панамка почти как у Настенки. Ну, кто будет в Ереване, конечно, обязательно посетите это место. Единственное, что если прям хотите что-то купить, много всего, то приезжайте днем, а не так, как вот 50%, даже больше рынка уже закрыт. Да. Днем очень жарко. Да, красавчик, Тём, все правильно. Рынок закончился, здесь через дорогу идет такой большой-большой-большой сквер, он такой полукруглый, знаете. Мы на нем будем гулять уже потом. Сейчас пойдем уже в сторону машины, чтобы успеть еще покататься. Я с тобой, поехали, не плакай. Поехали, все, давай. Вообще, короче, мы плавненько влюбляемся в Ереван. Вообще, просто с первых дней. Здесь он такой небольшой, уютный. Вон, все, парни погнали в скейт-парк катать. Классно. Тем более сейчас вечерочек, солнышко уже спряталось. Нет, это туда, изнурительной жары. Пойдем, сынок. Ну, скейт-парк здесь, конечно, крутой. Родик, Тёма, останавливайся. Родик, останавливайтесь. Вот скейт есть, а кеды еще не купил. Блин, надо брать здесь такой скейт-парк, а. Это действительно шикарнейший скейт-парк. Идеальный. Накатались мы от души. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, поддерживать нас по ссылочке и выбирать страну, в которую мы отправимся дальше. Буду с вами прощаться. До нового выпуска. Пока. Здравствуйте.